он крупный. И говорю, господи, так давно не было афганов приличных. Да, я говорю, давно. Если лапка хорошая, длинная. Все равно. Прям для бега, для всего хорошая. Ничего, подтянется, он везде подтянет. Дружок. О, вообще отлично для меня. Пиши хорошо, прикрой всю его красоту. Он свалится у него, он короче будет. Ну, сейчас с вами побег. Со всех сторон подтягивается, он везде вообще подтягивается. Ну, здесь, конечно, товарищ. Нет, мама, отойди. Ну смотри, сейчас ему надо сделать вот этот выброс. Да, да. Если он так не сделает, то он сделает как-то. А так лапа у него есть ширина, есть. Нет, только хотя бы у него так. Пробегите, пожалуйста. Унесли. Вас унесли куда-то. Перед потерял. Лапа длинная. Ага. Ну лапа длинная, да. Так, давайте, знаете, как. Да, простите. Липучку на шее застегните, потом застегивайте. Да что, ну, маловато. Что? Ты 56-й дали? 56-й, да. На самом деле, несколько штук с длинными лапами. 20-й. Нет, я бы ей тогда мерила, 20-й давал, еще короче лапы. Задние? А что, они же подвернуты, по-моему. Нет, надо... нет. Нет. Где мал? Даже вот тут, да? Сейчас. Так, что у нас делали? Утяните его. 38-й. Ну я только что туда слазила. 30. А ты все посмотрел 38? Ну хорошо. А там нет больше. В принципе, что короткий лап не страшно. Главное, чтобы вот тут было свободно. 38-й давай. Стал смешно. Это же у нас ботинки. Сейчас. А, да, с ботинками, если туда. 38-й, не широкий. А то у него же запутывается шерсть. Так, все. А, нет. Если бы мы знали, что у нас пойдет обдумать, мы бы заказали шитье. Их давно не было. А я звонила вам. Говорила. Это другое, я про другое говорю. Цель заказали, лекала бы поменяли. Ну, здесь и объема хватает. Тут лапка подлиннее. Вот это хорошо. Тут лучше, я говорю, я сразу сказала, 20-й да, мерите. 20-й у нас где? Он там лежит, а это 20-й специально с длинными лапами. Я его сюда положила, я сейчас только нашла. Стала убирать. Вот. И объем ноги хорошо, и задний, и перед хорошо. Вообще отлично. Прям вот ваш вариантик. Еще будете что-нибудь мерить? Все, на этом остановимся. Все, на этом остановимся. Не, мы тогда индивидуально закажем. Это другой вопрос. Да, да, я просто про сейчас. Сейчас. И длина лап хорошая, опять же. И под цвет рулеточки. Вот я так уже. Вот рулеточка, да? А что, нам шапку шили? Такая бирюзовая. А шапку у нас можете бесплатно найти. Вот там, ну, а не знаешь, как их хотят? Они хотят трубу. А, трубу? Ну, у нас есть такие просто вот для ушей закрывать ушки. Ну, бесплатно можете и взять, в общем-то. Пробегите. Желательно, но в принципе можно, вам можно. Не, просто смотри.
Да-да-да, вам можно. Вам можно. Ой, извините. Вам можно, потому что у него ляжка широкая, да. Это не пудель. Это у пуделей все там поуже, а у него ляжка хорошая, ему можно отпустить. Эй, чисто не пойду. Не пойду. Пока никого. Так, ну тут нормально. Вот тут вот надо только. Резинку там можно выбрать. Да. Она там ему не нужна. Ему не нужна. Да. Единственное, что сейчас когда он чтобы писать. Да это мне вообще не проблема. Это проблема это называется ноль. Вот это вообще не проблема. Вот это, да, и плотно. А дырочка вырезается. А писюнка вырезается. Вот так. А вот это вообще как раз не проблема. А вот это отпускай. Вот тут вот хорошо. А он между это в груди хорош, потому что это расслабляет. Объемы грудь хорошо. Лабрадор, они по грудасте. Это лабрадор. Да. Лабрадор на один, они по грудасте. Липучка на шее. На шее застегните, тогда будет удобнее молнию застегивать. Да, там он вообще весь хорошо. Хорошо, вот хорошо. Ну вот только ноги, вот, что. И этот у него, вот и поп у него сейчас сделаем. Сейчас у него поп. Вот, видите, это хвоста. Начал хвоста. Ну, можно в ляшечку убрать из его головы. Шерсть его. В ляшечку и все. Ну, все равно надо будет передвижение вылезать. Ну что делать? Вот можно дать только объем по 20-му надо посмотреть, что там с объемом. Я просто говорю, 20-й можно померить. Я помню, что вот этот 20-й мы шили более длинными лапами для этого самого. Ну, здесь все-таки длиннее лапы, чем вот в этом. Здесь длиннее лапы. Нет, это хорошо. Вообще лежал прекрасно. Это могли неровно это подтянуть. Да, вот эти вот надо ровно. И с одной и с другой стороны подтянуть ее вниз. Вот эти. Вниз опускайте шарики. Запас большой у него. Так, что мне еще нужно?